Шел я шел по лесу и набрел здесь на вот такие вот стол со стульями. И там какая-то дорожка ведет наверх. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот здесь оказывается какой-то монумент или памятник. Ту зоставше з ум'єнтованим пшезень лясом в дню 25.06.1929 року Фелікс Рожинський, перший надлішничий панство в Шоковіцах, замілований лішник в Мисливі. Честь його пам'ятчі. Ничего себе. Только я не могу вначале понять, что это написано. Зоставше зумілованим. Зумілованим. А що такое зумілованим? Шизенлясом. Умер, что ли, в лесу. Ничего себе, 29-й год. Ужас. Вот это. О, а это что такое? Лясы панствовые, надлешництво в Шоковице. Да, природа тут, конечно, обалденная.